Когда письмо мне прислали, там было две подписи. Обе подписи героев Советского Союза. Председателем Федерации был герой Советского Союза Пантелеев Леонид, а техническим директором Федерации был Юрий Алексеевич, тоже герой Советского Союза. Вот неожиданное письмо. Вот два героя Советского Союза, один еще космонавт. Ветеран водно-лыжного спорта Эдуард Борисович Попов в Самарском музее космонавтики вспоминает о первом человеке, покорившем околоземную орбиту. Оказывается, Юрий Гагарин очень любил кататься на водных лыжах. Развивал этот спорт в СССР и в Куйбышеве в частности. Именно по инициативе первого космонавта в Политехническом институте в 1968 году открыли секцию воднолыжного спорта. Письма с рекомендацией это сделать были отправлены в спортклуб «Буревестник» и спортивному энтузиасту Эдуарду Попову за пару дней до трагической гибели Гагарина. Мы поняли, что никакой поддержки нам не будет. И, в общем, пребывали в унынии. Но случилось чудо. Ну, выделили место на водной базе. Материальное финансирование обеспечивал Политехнический институт, спасибо ректору. То есть нам купили 3 катера. Вот. Начались тренировки. Эдуард Попов возглавил областную федерацию по водным лыжам. Секции открыли также в Сызрани и в Тольятти. Проходили региональные соревнования. А сборная команда Политехнического института 3 выступала на первенстве России. Сейчас проводится кубок, чемпионат и первенство Самарской области по вейкборду. Это катание не на лыжах, а на доске. Сергей Кизоркин, события.